или карась, или линь. Карась, по-моему. А не, линь. Линь, ребята. Линёк. Ага. Супер. Вот что мне так долго дурило. Долго ждал поклевок. Поклевки такие дурацкие. Уже одну снастку порвал. Такая вот наживочка, два парика и три мотылька. Ну, то есть так чередую, то так, то так. Разнообразие немножко даю. Попал вот, и все равно грузочка где-то вот чуть выше стал. А грузочка на поплавке не по красную мачту, а полная грузка поплавка, то есть, ну вот, примерно так. Вот хорошо. Чуть дальше травина. Под водой большая, высокая, я за нее зацепился и уже крючок оборвал. И спереди травка, вот окошко маленькое, в него нужно попадать, чтобы ловить со дна. Немножко подбросило. Вот, давай, 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 давай. Так, что у нас там? Иди сюда, подлещик. Подлещик мелкий подошел. Ну, это что-то мелкое было. Такое немножко подребезжало и отвалилось. На дно опускается тоже. За наживкой с поверхности. Мелочевочка. Наденем объемную наживку. Такую долгоиграющую, чтобы если мелочь будет, то чтобы сразу не сбивало. Такая массивная. Ребята, ветер разыгрался капец. Соответственно, в точку кидать гораздо сложнее стало. Ну и из-за ветра вот, такая вот, такие звери клюют. Мелочевка. Ну, как-то так. Так что сегодня, наверное, вскоре буду закругляться. Рыбалочка была такая трудовая. С последней рыбалки здесь немножко дно изменилось после этого ураганного ветра, который тут делов у нас по Беларуси наделал плохих. Ну вот и дно изменилось немножко.
намыло каких-то водорослей. В итоге всю рыбалку приходилось закидывать вот в такое окошечко. Вот. Как-то так. Но тем не менее, ну, садок потом достанем в конце рыбалки. Подлещика на грамм 300 удалось словить, может, чутка больше. Такой хороший залетел прямо со старта, можно сказать. Ну и ленек попался, тоже редкая рыбка. Где-то на болотах, знаете, ребята, его гораздо легче словить, где его достаточно, то есть в больших количествах. Там достаточно просто его ловить, где он не пуганный. А вот на озерах, где еще рядом много деревень, достаточно сложно с одной точки поднять там, ну, 3-4. То есть, как правило, 1-2. Ну, без ходов тоже никак, и все. Ну, тем не менее, вот сегодня одного выловить удалось. Ленька. Так, ну что, ребятки, достанем садочек. Поскольку я уже сложился, потому что ветер вообще не дает не ловить ничего. Рябь-то идет, поплавка не видно особо. И сдует. Вообще нереально в это окошечко попасть. Как-то вот так. Рыбки мало. Да, сегодня рыбки очень мало, но рыбка красивая. Вот такой красавчик-подлещик. Вот такой вот красавчик-ленек. Супер. Красивая рыба. Рыбка-огонь. Одна из самых красивых у нас в Беларуси. Ну и тут еще пару подлещиков. Плотвички, там красноперки. Ну, сами видели, в садке что-то дребезжит. Вот такая рыбалочка была трудовая. Но, тем не менее, что-то подловили. Все, ребятки, не забываем подписываться на канал. До встречи на новых рыбалках. Всем пока.